Всем привет, друзья, с вами снова я, Белый Копатель. Сегодня мы с компанией, с двумя Андреями, с Алексеем заехали под Малоярославец, вернее, даже немножечко за него. Погодка у нас отличная. Ходим мы вот здесь вот по картофельному полю. Пашня подмерзла, и ходить пока приятно. Туман, дымка, красота. Монетки какие-никакие уже выскочили. Сейчас покажу. Территория абсолютно новая для меня, поэтому неизвестно, что здесь будет попадаться. И в тумане не могу сориентироваться, ну, прикинуть вообще, куда здесь люди ходили. Пока туман не рассеялся, получается ходить просто наобум. Но уже зацепили находки. Давайте посмотрим, что уже удалось найти. А, и, кстати, денежку-то не в плохом сохране. Даже удивительный для наших полей сохранчик. Вроде и не песок, глина. Еще пару монет, Андрюха, вот. ВРПшечку копнул. Более-менее в сохране. У меня какой-то лысый кругляш. Медный. Орелик просматривается. Так, вот такой вот откопался. Не монета, жетон. 2Р почему-то. 2Р88. Что на обратной стороне, не знаю. Точно не 2 рубля, это что-то другое. Эх, лепота. В тумане ходим, как ежики. Еще оцените такое явление. Вот, не знаю, видно ли вам, передаст ли камера. Но вот здесь вот, где я рукой показываю, как такая линза. Есть какой-то эффект, оптическая линза или что-то такое. Вот как будто бы радуга в тумане. Она абсолютно белая для меня. Я не знаю, я говорю, видно вам. Сейчас я не могу через объектив посмотреть, насколько это визуально передает камера. Но дома посмотрим. Интересный эффект. Я вообще такой первый раз вижу. Как будто белая радуга стоит из тумана вот так вот. Как раз напротив солнышка. Здесь у нас геометрия поля вот такая вот холмистая. Не высокий перепад, но все равно есть. Я вот ребят своих уже не вижу. Пострадала у меня кепка. Над новую кепку. Так, я пока не обзавелся, поэтому сниму вот так вот. Хороший сигнальчик. Хочется в онлайне откопать. Так, ну, что-то он дюже громкий. Так, и нам пока не видно. Это внушает оптимизм, то, что это может быть монета. Сигнал хороший, медный. Если и будет, то будет медная монета, скорее всего. Сейчас мы ее аккуратненько не достал. А, ошибочка. Нет, это у нас... К сожалению, мелькнула мысль, что это пряжка, но это всего лишь кусок алюминия. Эх. Вот, смотрите. Это же Малоярославец. Тут бои были. Город воинской славы. Поэтому можно здесь и найти пряжку какую-нибудь эсэсовскую. Но, к сожалению, это не пряжка, это просто кусок алюмишки. Сигнал был хороший. Кто так обрезал? Зачем? Издевается над нами. Так, вон я вижу, ребята удаляются, потому что находки у нас вначале были. Сейчас пойду догонять их. Что это за гроши какие-нибудь? У нас тарань какая-то, да? Я смотрю, думаю, узоры, что-то серебро в таком виде. Вообще ничего не видно сейчас. Оп. Тихо.
Так, это походу какие-то эти. Польша. Или австрияки, типа. Филер или что-то такое. Вот здесь вот орел ихний прям. Так, хорошо видно. Так, сейчас. Сейчас заснимем. Сюда зайдем. Когда видео-то ждать? Видео в скором времени, да. У меня особо там в запасе-то нет ничего. Так. Ты не Мусихин, на зиму сериала не хватит. Не, я на зиму сериал только вот мы по весне съездили. Там, когда снег пойдет, будем выкладывать, как обычно, наш в Нижегородской области приключения. Опачки, друзья! Решил я забраться вот в такой вот лесочек небольшой. Поросль, можно сказать. Как говорится, лезьте туда, где другие не подумают копать. Вот так вот. Ну, может и подумают, но я люблю такие места. И бомбита выскочила, бомбита, пацаны. Смотрите, сейчас посмотрим, может быть бижа. А может быть и не бижа, а колечко. Сейчас я сфоткаю, а потом мы с вами посмотрим, что я откопал. Обычно в таких местах очень много пробок. А у меня буквально вот на втором сигнале вылетело колечко. Колечко с камушком, с листиками. Ай, красота какая. Нет, ну это, видимо, серебро, мне кажется. Вряд ли бижутерия. Хотя, конечно, на ощупь легкая. Надо смотреть, надо протирать и смотреть. Да, эти клейма искать. Так, клейма, клейма. Есть какое-то клеймо. И это уже радует. Ладно, по-моему, потом более подробно посмотрим. Зашибись, ребята. Ну, не золото, конечно, но... Нет, ну какая-то... Какое-то есть. Клеймо. Вряд ли золото не блестит. Серебро, наверное. На огороды не похоже, больше похоже на сад яблочный, старый. Деревьев очень много, деревья уже переродились, развалились многие яблони. Там, везде много, посажены рядочками, и между ними как большие дороги проезда оставлены. Вот, но ни следов фундаментов, ни каких-то построек я пока не увидел. А это оказался. Это хихерь. А. Ничего снимает, не снимает. Ну, все равно серебро, это хоть и легкий, но... Тонкое просто. Тонкое, да. Замочек четкий, да. Ветеран. Кёнигсберг. Нормально. Сверху. Да, да. Как вас занесло. 50, ветеран. Классно. А это? А это вот... Да, Александр II. Денежка. А, так у тебя еще иностранная. Так я еще не достал ее. Да. Мы ее уже показывали. Нормально. Пляжик здесь. Но пляжик современный. Монеты вперемешку с пробками. Ни одной советской даже.
Переехали мы еще, ребята, уже поближе к дому. Наверное, последняя точка наша на сегодня. Остановочки. Хотел к лесу подойти, но не успел. Зацепил вот такую вот малявочку. Смотрите. Первый раз нахожу. 5 копеек. Серебром. 1000, по-моему, если не ошибаюсь, то ли 880-й, то ли 900-й год ровно. Так, надо бы ее аккуратненько. По-моему, 900-й год. Приятно. Реально, у меня такая 5 копеек облачник находила, а вот чтобы пятачок именно этого периода не находился до этого. Отличная монета. Ну а на сегодня это все. Спасибо ребятам за компанию, а вам огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч. С вами был Белый Копатель. Всем удачи, всем пока!